Каждая вышивальщица мечтает найти багетную мастерскую, в которой она бы с удовольствием оформляла все свои работы, чтобы ее устраивало качество, подход к клиентам, скорость оформления работ, дизайн. Вот и я решила попробовать новую багетную мастерскую, которая называется «Будуарт». Она недавно работает в нашем городе. Дорогие друзья, рада приветствовать всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И сегодня видео с руки, потому что я не знаю, как показать вам эти работы оформленные, не передвигаясь каким-то образом, не ища удобный ракурс. Они у меня не с музейным стеклом, поэтому, ну, как бы сказать... Чтобы передать вам всю красоту и прелесть, мне придется, конечно, чтобы рука немного подрожала. Оформила я пока две работы. Может быть, пока это видео выйдет в свет, у меня будет уже и третья работа. Я вам ее, безусловно, покажу. Но пока две – это вместе навсегда. Оформляла я в багетной мастерской, которая называется «Будуарт». Это новая мастерская в нашем городе. Раньше они 11 лет работали... Если не ошибаюсь, в Вологде. Адрес под видео я обязательно вам оставлю. И в конце видео оставлю небольшие зарисовки, как мы были в этом багетной мастерской. Мне, конечно, там очень понравился интерьер, понравился обслуживающий персонал. В общем, работа на ура. Я предложила несколько своих работ, пока успели оформить только эти две. Тут же на компьютере мне представили, как это будет выглядеть. Прям вот один в один мне отрисовали. Наложили, видимо, специальная программа моих волков на этот багет. Нет, положили сначала на другой багет, и работы были не дешевые. Я удешевила их как минимум на 1000-1500 каждую. Ну, потому что дороговато, да, за две работы отдать почти 10 тысяч. И пришлось их уценить немного. Мне очень нравится паспарту. Здесь тройное паспарту. Вот такого цвета. Шоколадного, как шерсть, темная шерсть у волков. Цвет вам передается очень темно-синий. У меня он здесь не темно-синий. Ну, в смысле, темно, но такой вот, знаете, джинс, такой хороший темный джинс. И посмотрите цвет багета, насколько багет подходит под самих волков, да. Очень красивая атмосферная работа получилась. Она большая, сразу скажу. Она, наверное, сантиметров 50-55. Она квадратная абсолютно, но выглядит она на большой стене, смотрится очень хорошо, как мне кажется. Вот этот тоненький ободок, второе паспарту, которое, да, оно очень украшает эту работу, делает ее такой очень уютной. Ну и вторая работа, это ангел Рождества от фирмы Панна. Так, руками держу. Здесь мне хотелось... Ну, во-первых, здесь крупные элементы, вот бусины. И здесь нужно было сделать здесь багет, потом двойной багет, да, внутри. Вот типа слипа сделали еще один багет. Здесь двойное паспарту, одно из которых такое фигурное, вырезанное. Вот вы видите завитки. Но оформилась эта работа, мне кажется, очень красиво. Багет... Хорошо подчеркивает золото, которое есть на этой картине. В крыльях, в звездах, в элементах одежды самого ангела. Синий цвет немного искажен, он не такой, как у вас. Он очень гармонично выглядит вот вместе с этим рисунком. Но у вас он такой темноватый. Ну, все искусственное освещение виновато. При дневном освещении тоже не получается снять эту работу. Но мне кажется, очень симпатично получилось. Посмотрите, сама работа с такими завитками. И, ну, хотелось мне чего-то необычного. Продолжение, скажем так, да. Уже дорисовка была бы, наверное, перебором. Поэтому пока мы остановились на таком, мне очень понравился на таком багете. Ну, такие завитки красивые, прям невероятно. Но почему такой темный цвет у вас? Ладно, в общем, будем делать скидку на искажающие факторы в камере. Но в целом, посмотрите, какая красивая, законченная, лаконичная работа получилась. Я не ожидала. И, естественно, рождественский ангел будет украшать. Наверное, он будет как ангелом для нас, для семьи, украшать мою гостиную. Мне кажется, пусть он повисит, ему здесь место есть. Это сейчас я их повесила рядом, эти две картины. Но вообще они будут висеть немножечко в разных углах.
поскольку интерьер у меня зала сейчас как-то медленно, но верно превратился в сине-голубой, такой серо-голубой, то, пожалуй, что эта картина хорошо вписывается в интерьер гостиной. Вот такие работы. Пока это все. Вы не отключайтесь. Возможно, в этом видео вы увидите что-то еще интересное. Ну, не просто так вы видите перед собой еще раз волков. Не знаю, видите ли вы разницу. Мы поменяли багет. К большому сожалению. Но, собственно, не к сожалению. Это оформление мне нравится тоже. Вам показывает оно такой коричневой бронзой. Нет, оно золото такое красивое. Может быть, не знаю. Да, немножко. Почему? Что случилось с нашим багетом? Его немножко выгнуло. Выгнуло, потому что здесь очень толстое, смотрите, стекло, три паспорту, работа, которая натянута тоже на что-то. И там углубление, я так поняла, не рассчитано на то, чтобы воткнуть такой толщины работу. И ее выгнуло. Пришлось поменять. Мы отвезли, нам поменяли. Все без разговоров, без денег. Мы вложились в бюджет, предложили несколько вариантов. Я выбрала прям 3-4 варианта. Мне очень нравится, что вот этот багет перекликается с вот этой полосочкой. Паспорту тоже хорошо смотрится, нарядно. Даже наряднее, чем предыдущая работа. Хотя та очень хорошо перекликалась с самой картиной. Здесь же оно хорошо перекликается в целом вот с оформлением. И смотрится красиво, красиво очень смотрится. Мне нравится. Ну, хлопотная как-то подрастроилась, а потом... Ну, нет, почему? Ну, значит, не судьба. Ну и вот обещанная работа, которую я давно собиралась оформить. Не знала, как ее оформить, и думала. Мне предложили такой вариант. Несколько вариантов. Я оставила этот. Паспорту такое нежно-лилово-серое. Конечно, бликует жутко. Вот так это выглядит, двойное паспорту, так, может быть, лучше вам будет видно. Вот такой багет, очень красиво, многослойно получилось, в целом нежная, свежая работа, она не будет висеть здесь, это я специально повесила на этот гвоздь, чтобы вам показать максимально приближенно. Сейчас еще попробую вот так, чтобы показать работу. Красиво перекликается нежный цвет рамы с нежным цветом работы. Интересно получилось. Цвет паспорту плохо, конечно, сейчас передается. Он такой несколько, ну, скорее молочно-серый, что ли. Даже, ну, заиграл, в общем. И эта работа такая светлая, такая нежная. Будет висеть у меня как раз на обоях, таких достаточно липоватых, ярких. И украсит стену собой. Ну и пытаюсь снять там, где висит эта картина. Долго она здесь не повисит. Я здесь все время меняю ракурс. У меня, если помните, «Тихая ночь», в цвет вот этих вот цветов хорошо здесь смотрится. Здесь мне нравится, что перекликается вот этот багет нежный. Цвет обоев перекликается с цветом паспорту. В целом он, пейзажик смотрится неплохо. У меня, видите, шторы здесь такие по цвету хорошо подходят. Он хорошо вписался на самом деле. Единственное, достаточно сложно. Вот видите, прям все бликует. У меня здесь света очень много, подсветки, да. А я не могу включить, потому что все отражается. Все отражается в картине. Но в целом, несмотря на то, что картина большая, достаточно здесь, наверное, сантиметров 40 на 55, вот так она вышла, да, она все равно на этой стене смотрится такой маленькой достаточно. Почему? Потому что, ну, вот видите, да, стена большая, ну, таким приятным пятном, скажем. Конечно, камера не охватывает, вот вы вырванный кусок смотрите, а я смотрю в интерьере, и мне нравится то, что я вижу. Умиротворяющий пейзаж замечательный. Ну и, в общем-то, это все три мои оформленные работы. Я оформила их давно, никак не получается снять, смонтировать вам видео. Я внизу обязательно оставлю ссылку на багетную мастерскую, на их группу ВКонтакте, посмотрите их оформление. И сейчас я прощаюсь, но вы не отключайтесь, вдруг будет что-то еще интересное.